Доктор, у меня к вам просьба, может, такая необычная. Угу. Что там вы там? Могли бы прочитать рецепт, который вы мне выписали? А вы уверены, что это я писал? Ну, конечно. Ну, вот ваша подпись, крест, корона. Подождите, что-то я... А когда это я вам выдавал? Ну, как же, ну, позавчера. Был еще день педиатрии. Вы кричали, я король педиатрии. Ну, я вам еще коньяк принес. А, вот коньяк помню. А вот вас не помню. Ничего, сейчас разберемся. Доктор, простите, может, витаминки или увеличительное стекло? Не-не-не, это все фигня, это не помогает. Понимаете, я просто запарился уже с этой бумажкой. Это в каждой аптеке тебе надо выставить очередь, потом тебе говорят, что неразборчиво, а потом тебя разборчиво посылают к вам. Разобрали? Пишите. Наконец. Первая буква «Б». Первая буква «Б»? «Б», да. Значит, вторая буква... Вторая буква «А». Нет, это звук. Вторая буква «Р». Р. Или «Ж». Сейчас, секундочку. О! Это звук? Нет, это буква. А после нее сразу «З». «Рз». «Рз». А что у вас там получилось? Брз. Брз. Сколько букв, сколько букв. Сейчас поможем, сейчас поможем. Фуфис. Петяу фуко. Шц. Что, простите? Шц. Доброе утро, доктор. Света! Сестричка, я вас прошу, вы могли помочь прочитать, пожалуйста? Понимаете, тут медуниверситет нужен, а у меня только училище. Фанов моркотал. Слушайте, есть. А давайте в морг. Моркотал. У нас пока лечение никому не помогло. А в морге люди от холода приходят в себя и сразу на выписку. Жик-жик. Так что? Меня в морг? Сразу домой или в морг? Не надо, не надо, спасибо. Мне уже лучше. Иди, шмыки. Морг, да. Опять? Нет, да.